Банде Гуру Пададандам Бхактабиндасаманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чаранодаям Гопиджана Самаюктам Бриндаванам Манохара Ванчакалпатаругаша кипасинду бевача Патитананг павунибхо вишнавибхьо намо намаха Муканкароти вачаланг пангунг ланхайте гирим Ятки патамханг банде парамананда мадвам Бриндави тулсиде байпиявай кешвасача Шна бхакти паде деви сатта ваттвайхи намо намаха Нараяна намаскитта наранчайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудирай Санкиртане кришно като пудеши Гаурия патрашу пракасанича Шадану ракта гуру бхакти жукто Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дхиям Сада Парибхабхана Мавишчадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Битатихам Панатапада Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Аравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Гемапигабодушва Дарши, Пурнану Рагара Сасагара Сарамуртихи, Сарадикамай Кадакипам Каруши, Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасади, Гаура Бхакта Винда, Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасади, Гаура Бхакта Винда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджануламбита Бхуджау Канака Бодату Шанкиртаной Кабитару Камала Хитакшу Вишам Бару Диджавару Джугадхарма Палу Банди Джагат Приокару Каруна Батару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивва Рупам Бхуктинча Муктинча Дадаси Ниттам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Намам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пхарам Варанаси Бурапати Бхаджавишнатам Ваки Саджушо Бадане Лакшмир Джасса Чавакшаши Ясьясте Хиде Самбит Твам Нишинга Махаммаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Нахам иджа прижати бьям тапасо упасамену ва тусеям сарвабхутатма гуру шушо саяджатха
Нахам иджа прижати бьям, тапасо упасаменва, то сеям сарбхутатма, гуру шусто саяятха. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Джагур Прабхупад, Джагадгуру told, in the way of our Hari Bhajan, automatically money, position, everything can come. You need not be busy with that, all these things. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru, Paramahansa Jagadguru. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что на пути нашего Харибаджана автоматически деньги, слава и все остальное, оно само придет, нам не нужно стремиться специально к этому. Я знаю, вы заняты стремлением к какой-то материальной славе, не заинтересованы в вайшнава патишче. Обычная материальная практика, она ничего хорошего не принесет, она обычная слава. Материальная, она подобна испражнениям, ничего большего вы от нее не получите. Иногда можно видеть, что некоторые под видом проповеди только занимаются сбором денег. И Шрила Прабхупада говорит, на пути нашего Харибаджана автоматически лабха пуджа практически все придет. Но особенность вайшнава в том, что они никогда не принимают это как личную собственность. Они это все передают, всю лабху пуджа практически передают годы в Гуру Варге. Они не ставят это к себе в заслугу. Если кто-то выражает почтение, поклоняется, они все. Они воспринимают это как поклонение тому изначальному гуру, а не себе. Они понимают, что это все происходит. Мы всегда совершаем большую ошибку на пути нашего Харибаджана. Мы не можем понять, что без не развив подлинные отношения с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, мы не можем начать Харибаджан. Сколько любви, сколько привязанности у нас есть к Гуру и Вайшнаву вам. Это главный фактор на пути нашего Харибаджана. Бхагаван, он не заинтересован ни в чем другом. Бхагаван заинтересован только в этом, в том, сколько любви, сколько привязанности, насколько мы посвятили себя чистым Гуру Вайшнавам. Это главное, ничто иного. И даже этого мы не можем сделать. Мы слышали о каких-то великих вещах. Но доказать наше самопредание, доказать свое самопредание не каждый может. Мы можем многое делать, зарабатывать деньги, говорить какие-то лекции, обманывать людей под видом проповеди. Как здесь, например, те, кто живут на Адыпе Малом, очень мало кто знает о том, кто такие Нитянанда, Гуранга. Даже живя здесь, вместе их явлений, то не знает, что говорить о каких-то других людях. Вот есть пословица такая, что благотворительность начинается с собственного дома. Сначала пытайтесь привести в порядок себя, и если вы не сможете себя привести в порядок, что я имею в виду? Если вы
сами достаточно искренне. Совершайте баджан должным образом, если вы искренне, то автоматически, благодаря вашему примеру, вашему баджану, люди, ближайшее ваше окружение, оно обретет какое-то благо. Просто говорить, ничего не делать, это было мало. Как может видеть, какие-то лекторы. No connection with their personal character. Ну, можно часто видеть, что какие-то люди только говорят, а сами ничего не делают из того, что они говорят. Они могут только говорить, но не способны следовать своим собственным словам. And some salesman, perhaps you have seen some salesman about his own product, speaking, passing a big lecture in train, bus, here, there. People are hypnotized, they are buying, give me. This way as present, Harikatha, there is a, you know, drought of Harikatha. В этом мире недостаток Харикатхи, есть голод на Харикатху, на подлинную Харикатху. Actual Harikatha. И редко можно встретить подлинную Харикатху из-за того, что мы игнорируем Гуру Вайшнава. Некоторые еще препятствуют, чтобы они говорили Харикатху. There is a feminine of Harikatha. At present, we like to insult Guru Vaishnava, ignore Guru Vaishnava. We are making some plan and program, some conspiracy, stop Harikatha. It is the arrangement of Maya. Maya cannot allow you to become Niskapat. И вот под влиянием Майи, так некоторые пытаются не то что не слушать, а даже мешать Харикатхе. Майя, она мешает нам стать искренними. Майя cannot allow you to become Niskapat. It is a resolution of Maya. Это, and also you will have to take resolution. I am Guru Das. Ну, это из-за влияния Майи так происходит. И также мы должны принять решение, что мы Гуру Дасы, что мы слуги нашего Гуру и Майи. Если мы посвятим себя Гуру, то не, по-настоящему, то Майя не сможет как-то повлиять на нас. Гуру Дас — это одно из лучших. Один из лучших титулов. Тот, кто готов посвятить свою жизнь своему Гуру. Посвятить нашу жизнь ради подлинного Садгуру — это должна быть цель нашей жизни. И поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит Судама Випра, что он, и вот Кришна говорит, что он недоволен грихастха дхармой. Sangsar dharma. I'm not satisfied. So much. Okay. They are leading perfectly grihastha life. It's not bad. I'm not speaking bad. Никто не говорит, что семейная жизнь — это плохо. Во многих отношениях очень хорошо. It is very bad. It is far better that you are leading grihastha life. You are going to check yourself, your conduct, your behavior, your karma, you have to check. It's more, far better. Упорядоченная семейная жизнь гораздо лучше, чем какая-то беспорядочная. Ija bin archan. People think by archan I can become happy. Кто-то думает, что совершая арчану, он может стать счастливым. But before archan you will have to understand. Но перед арчаной мы должны понять, что material body, в этом материальном теле, материальными представлениями о жизни, наша арчана несовершенна. Перед тем, как начать арчану, есть такая мантра.
Нужно совершить Будда-шудхи. Нужно очистить себя. Махапрабху научил нас. Нахам випар начар нарапатир напи вайшана шудра. Ди слока. Это научилось этой шлоке, это называется Будда-шудхи, очищение своего материального ума и тела. И также в арчане, арчан-падхати описывается Девабхутья Дева Арчает. Если мы поклоняемся деватам, полубогам, находясь на материальном уровне, в этом большая разница. Наша арчана не может достичь того уровня. Мы арчана вроде делаем, практикуем что-то, но арчана наша не может достичь того высокого уровня. Но если Бхакти Прамодпури Дева Госвами Махарадж совершает арчану, это необычная арчана. Это арчана полная любви, то как Лалита, она совершает арчану божественной чите. Люди думают, что некоторые обычные материалисты думают, что Шрила Бхакти Прамодпури Дева Госвами Махарадж проводит арчану, как обычные начинающие преданные. Но он проводил арчану с таким чувством, которое невозможно объяснить. Оно за пределами объяснений, за пределами философии. Это вопрос прямого чувства. Это не вопрос каких-то споров. Это вопрос такого ясного прямого чувства. Будем пытаться спорить, то мы все потеряем. Я не столь доволен арчаной или совершенной жизнью домохозяев. Нахам иджа прижати бьям тапасу упасамхенава. Да, different kind of tapasya. И также не удовлетворен различными видами аскез, тапаси. Нахам иджа прижати бьям. Нахам иджа прижати бьям. Упасам, посты, если кто-то слишком много постится ради блага своего тела или еще чего-то, это не имеет никакой связи с бхакти. Если вы поститесь упавас, значит, что вы приняли решение находиться рядом с Гуру Вайшнавом и Бхагаваном. Но вы думаете, что упавас только пост? Почему я не получаю бхакти? Я совершу так много пощусь, но я, но иногда более выгодно, более благоприятно есть просад в честь Господа. В читании Чайтамрити говорится, что служение прасаду – это тоже баджан. Махапрабху, когда раздавал прасад, он очень много раздавал каждому. Столько, что один человек не мог обычно съесть за один раз. Но после того, как мы приняли прасад, нужно что-то делать, а не спать. И вот если вы принимаете прасад с чувством, то что вы принимаете прасад, то этот прасад cannot bring any laziness in your life, but you are taking nice
То есть, если принимать прасад с должным чувством, с должным отношением, то он не создаст никакой лености в нас. Упасам, значит, вот упавас, посты, вот это упасам, значит, с одной стороны, ну, пост, значит, если более глубоко разобрать, значит, некое так вот, что-то, что помогает нам. Controlling our, you know, character, behavior, everything. We are fasting on Ekadashi, Janmashtami. It is all. It's all allowed. И вот наши посты, то есть аскезы разрешены, но не такие, не суровые. То есть просто поститься в Экадаши, явление Вишнутату и такие прочие простые аскезы, они благоприятны, если очень строго совершать аскезы, то обычно это ни к чему хорошему не приводит. И служением Гурудеву всем сердцем, это служение Гурудеву может дать нам полное удовлетворение. By serving Gurudev from heart, it's called perfect. It can give perfect satisfaction to Krishna Bhagavan. Гурудеву всем сердцем, то это этим служением Кришна доволен. И вот поэтому мы заняты обсуждением славы Вайшнава в день их явления и ухода. Почему? Потому что день явления ухода Вайшнава, если мы обсуждаем их, то можем обрести великое благо на пути нашего баджана. Мы должны помнить, и это даст нам великое благо, огромное благо. Дни явления и ухода вайшнавов у нас, в эти дни у нас есть возможность предложить Пушпанджали, Вак Пушпанджали и их лотосным стопам, мы можем прославить их. Если мы прославим их, то это поможет нам освободиться от оков майи, от влияния сатва раджа и тамагуны. И сегодня день ухода Абхирама Такура. И вот сегодня день ухода Абхирама Такура. Он вечный спутник Кришны. Abhiram Thakur is the eternal parsad of Gauranga Mahaprabhu. Он вечный спутник Гауранги Махапрабху. Eternal Prabhu, actually, Abhiram Prabhu, his name is Sridham. И вот его имя Шридам в Кришна Лиле. In Krishna Lila, his name was Sridham. You know who is Sridham? И кто такой Шридам? Сридам он старший брат Радхарани. Сридам is the elder brother of Radharani and Ananga Manjari. И Ананги Манджари. Is a junior, I mean not senior. Senior is Radharani, junior Ananga Manjari and Сридам Prabhu is the first follow. And also Sridham Prabhu has a very sweet personal relationship. Sridham Prabhu, он имеет близкие дружеские отношения с Кришной. Вот этих Шридам, Судам, Мадмангал, вот этих несколько гопов, у Кришны с ними близкая дружеская связь. No secrecy can stand there. Кришна, он не может
Он ничего не скрывает от них. И близкая дружба значит, что мы ничего не скрываем от своих друзей. Также Кришна, он ничего не скрывает от них. И этот Сидам Прабху, когда Кришна проявил свою лилу во Вриндаване, вы не можете поверить, когда Кришна проявлял свою лилу во Вриндаване, Кришна являл свою лилу со всеми сакхами. И когда Кришна уходил из Враджадамы, и в то время Сидам Прабху вошел в пещеру Говардхана. Он не мог потерпеть разлуку с Кришной, он медитировал в такой играющей лиле. И лила, она вечна. Вот в этой Брахманде Кришна отправился из Враджадамы в Матхуру, а какой-то Брахманде Кришна совершает свои вечные лилы. И вот Сидам Прабху, он вошел в пещеру в Говардхане и медитировал на вечную Кришна лилу. Долго, тысячи лет, никто не знал, где Сидам. Он пропал. И этот Сидам, когда он в Гурангах Махапрабху явился, когда он совершал Бали-лилу, когда он в Гурангах Махапрабху вырос, и вот когда Гуранга Махапрабху начал совершать такую лилу юношеского возраста, Махапрабху, вот он, когда начал, тогда он начал совершать, являть Санкиртан лилу, хотя с самого детства, когда Гуранга Махапрабху родился, он явился, он уже что-то делал, чтобы распространить Харинам Санкиртан. Когда он плакал, а прекращал плакать только тогда, когда люди повторяли святые имена Господа. И вот и позже он явил уже такую более активную лилу Санкиртаны. Все вечные спутники Шримана Махапрабху, они являются в различных формах. В тех или иных формах они всегда являются с ним. Шивананда Сен явился как Чампакалата. Сваруб Гасай, как Лалита Саки. Рарамананда – это Вишака Саки. Нитянанда Прабху – это Баладев Баларам. Все они пришли. Из Кришна Лилы они пришли в Гора Лилу, Яшодама, Нанда Баба. Вместе Васудев Деваки, они тоже явились в этой лиле, в горе лиле, в другой форме. Нарада также явился в другой форме. И вот они пришли, чтобы насытить лилу, поскольку один Бхагаван не может являть лилу, ему нужны спутники вместе со всеми преданными. Мы должны понять одну единую Бхагават-таттву. Нельзя просто взять и выкинуть преданных, нужно взять всю Бхагавана, Даму, Наму, Лилу, всех спутников и все остальное, все вместе. Это одна единая таттва.
Bhaktavidam Stattam Jadgyanam Adyam Brahmeti Paramatmeti Bhagavani Tishabdati. Advaya, not will conception. Very carefully you must understand this thing. Мы должны очень осторожно, внимательно понять это все. Когда я говорю, что у нас не должно быть никакой дуальной концепции, это значит, это не значит, что это Майявада. Когда наше гаудия-общество, здесь Адвайя Гьян-Таттва, значит, не должно быть никакой дуальной концепции, но я много раз говорил об Ачинтья Бхеда, Бхеда Таттве, она непостижима. Одновременно единство и различие. Это одновременное единство и различие, это зовется Гаудия-даршан, основанный Джива Госвами Падом, Ачинтья Бхеда, Бхеда Таттва, научно. И вот то, с чего я начал, когда мы думаем о Бхагаване, о преданных, когда мы думаем о других гуру, о нашем гуру, мы видим разницу между всем этим. Это нехорошо. Мы должны понять, что садгуру, подлинный садгуру, не гуру обманщик, а именно подлинный садгуру, это одна единая уникальная таттва. И все вместе они понимаются под Бхагават Таттва Вигьяном. И каждый не может знать Бхагават Таттва. Она редка. Можно почитать, как много людей в мире. Сколько их там? И среди всех этих людей мы самые удачливые. Мы приехали в Новодвипу, в Майяпур. Мы не можем определить нашу удачу. Мало кто может слушать такую харикатху. У нас есть шанс слушать такую харикатху, но все же мы сожалеем. Мы не можем представить нашу великую удачу, даже полубоги одни выражают желание родиться в Индии, чтобы у них была возможность общаться с чистыми гуру вайшнавами, слушать харикатху от них. От таттва-гьяни Махапуруша мы должны предаться лотосным стопам таттва-гьяни Махапуруша, кто может даровать им всю таттву, только мы должны предаться лотосным стопам такого таттва-гьяни Махапуруша, кто может даровать вам полное благо. Шрила Прабхупад говорит, я не могу предаться лотосным стопам какого-либо иного гуру, не могу предаться лотосным стопам такого гуру, кто дарует мне подлинное высочайшее благо. Об этом я буду в понедельник говорить. О Гуру Таттве. Так, Гуру Таттва подобно потоку реки. Она может взять и унести нас в трансцендентный мир. И вот этот поток премы может прийти в нашу жизнь и унести нас в тот трансцендентный мир, Пракрита Джагат. И таким образом, все Бхагават Таттва, мы должны, можем узнать ее от Таттва Гьяна Махапуруша, но есть разные условия. И вот те, кто таттва-гьяни Махапуруша, они могут видеть, есть у нас преданность или нет. Пранипатена. Парипрашна.
Если у нас самовопрошение, кто я, откуда мы пришли после того, как мы оставим это тело, где окажемся дальше. И таким образом здесь описано. И вот здесь сева, это главное, мы должны совершать сева. Если мы совершаем севу, то, несомненно, мы обретем великое благо. Мы должны занять себя в служении и в этом технике Харибаджана, чтобы занять себя в Гуру Севе все время. In that case, the Tattvajnan can get stability inside your heart. Otherwise, Tattvajnan can hear from here. What do you tell me? Your Tattvajnan, она должна. Can hear. Go out from here. Она должна проникнуть в наше сердце. Иногда можно видеть, что кто-то слушает в одно ухо, не входит, из другого выходит, а в сердце ничего не остается. И вот помнить это бхакти. И сейчас я хочу обсудить нечто особое. Абхирам Прабху. Вначале можно вспомнить в Дживататве. Мы уже слышали, там я сказал, что от Баларама Баларам он расширяется, и из него, из его экспансии Сакхи и все остальные происходят. И вот Сидам, это необычная душа. Сидам, он вечный спутник Кришны. Не отлично от Баларама. Сидам, он принял прибежище в пещере в Гавардхане, совершал медитацию тысячи лет, никто не знал, где этот Сидам. Когда Гуранга Махапрабху явил Санкиртан Расу, то Гуранга Махапрабху подумал, где же мой Сидам. Гуранга Махапрабху дал указание Нитянанде, чтобы тот пошел в Вриндаван, хотя тот только пришел из Вриндавана, и там внутри пещеры мой друг Сридам. И нужно пойти и позвать его к нам, привести его. Я не могу терпеть разлуку с ним. И вот Нитянанда пошел назад во Вриндаван в форме Баларама. И вот он обыскал все пещеры там, на Гавардхане, во Вриндаване, и там Нитянанда обнаружил в одной из пещер. Он находится в медитации, на лила Кришна участвует в этих лилах Кришна в своей медитации, и тот позвал его, как-то растормошил и спросил, кто тут беспокоит меня, я тебя не беспокою, я твой друг Баларам. О, Баларам, ты Баларам, да, Баларам. Пойдем, Кришна ждет тебя. Кришна ждет меня. Да. Пойдем со мной, выходи из пещеры. Я не могу поверить тебе, поскольку Баладев. У него плуг и этот. В общем, отличается он от тебя. Не могу узнать. Докажи, что ты Баларам. Ну, это Сидам сказал, что нужно проверить, Баларам ты или нет. И как же проверишь, если ты Баларам? А если ты Баларам, ты можешь совершить парикраму Гавардхана в течение четырех хлопков, в течение времени четырех хлопков руками. Хотя Гавардхан достаточно большой, и вот Махарадж его обходит, ну, каждый день пытается, когда он там, иногда даже два раза за день получается.
авто, еще в то время, когда эта лила была, в то время Гавардхан был больше, сейчас он меньше стал, и поэтому диаметр этой паригамной дороги меньше, а в то время Гавардхан был до Нандаграма, потом он стал уменьшаться. Сейчас около 23 километров, 24. И, то есть достаточно большое расстояние в то время, во время той лилы было еще раньше. Вот Шридам решил проверить. Точнее не так я понял. То есть нужно вместе с ним оббежать Гавардхан четыре раза хлопая и повторяя имена Кришны. И вот, в общем, они собрались и пошли бежать вокруг Гавардхана. И в то время Шридам Прабху, перед тем, как присоединиться к этой горе лили, у него есть особая шакти. Он явился в форме прекрасной девушки. В общем, он проявил шакти из себя, поместил в какую-то шакти в виде прекрасной девушки и поместил эту девушку в этом в сундук какой-то, кинул в реку, в Ямону, и она, да, и так течением донесло эту шакти до Хугли. Ну, это отдельная история. И вот Шридам пришел с Нитянандой. Шридам, он очень высок был. Нитянанда родился в Кали-йогу. Поэтому рост меньше был, а Шридам был гораздо выше, поскольку он еще в два пар йогу родился. But that time in Dwapar Yug, seven hand, hand measurement, seven hand long. И вот он был ростом в семь локтей. А в Кали-югу вот это рост обычно не больше 7 футов у человека. И вот так он дошел до Гауранги. Shedding tears, and Gauranga loving very much. Now is complete. И вот они обнялись, начали плакать от радости. И Гауранга сказал: сейчас моя неудовлетворенность ушла благодаря тому, что ты пришел. Поскольку они все помогали Гауранге Махапрабху проповедовать славу Харинам Санкиртаны. И вот Гауранга Махапрабху посоветовал Шридам: ты очень высок, не можешь, люди боятся тебя, лучше если ты станешь меньше. И как помнишь, в Кришна лиле я и ты, Баларам, catching your left hand arm and catching your right hand arm, we are swing, we are catching like a, branch of tree, and we are swinging. You can remember? Yes, I can remember. So he is Balaram and Krishna. I like to swing by catching your leg. Okay, you do. This way, Balaram left hand, Krishna right hand. And after that, Gauranga Mahaprabhu making him short height. Ну, в общем, сделали его рост меньше, да, обычного человеческого роста, чтобы ему было удобнее общаться с людьми и не выделяться на их фоне. И вот
В Бхагаватам тоже история есть. Брама, в общем, какой-то царь какой-то вместе с Ривати, жена его была, отправился на Брамалоку. И вот они ждали Браму, пока там праздник какой-то был, они ждали, пока закончится. И вот этот царь сказал, что проблема, пришел к тебе, поскольку не могу никого выдать, свою дочь Ревати за кого-то, она очень прекрасна. Брама сказал, ну, сейчас можешь вернуться на землю, на Притхиве. И ты обнаружишь, что сейчас конец Двапар-юги. Как я тут в Сатья-югу к тебе пришел, но пока ты ко мне добирался назад, пока вернешься, все кончится. Поскольку Брама очень долго живет, пока Брама там слушал свою музыку, какой-то праздник был. В общем, а пока царь его ждал, то уже прошли много тысячелетий. И вот когда Эйнштейн думал о времени, он сходил с ума, не мог объяснить это, что такое время. Это отдельная тема. Нет, я тоже когда думаю о том, что такое время, не могу понять. Это бесконечное время. А кто я по отношению к нему? Столь мало живу по отношению к этому всему времени. И таким образом наш Брама говорит, можешь вернуться, найти и вот когда ты вернешься на землю, ты видишь, что Кришна и Баларам явились на той земле, и ты можешь выдать свою дочь замуж за Баларама. А остальные все будут люди короткие. И когда вот этот, он со своей дочерью вернулся с Брамалоки, действительно увидел, что все поменялось. Сатья-юга давно кончилась, началось Двапар-юга, все стали короткого роста. В Сатья-югу люди были высокие, соответственно, здания их тоже были соответствующего размера. Сейчас люди стали короткие, соответственно, все двери, окна и прочее, они тоже короткие. И таким образом Ревати вернулась вместе со своим отцом. И а Баларама эту Ревати сделал ниже ростом, чтобы она была такого же примерно роста, как он. И вот Нитянанда Баларам и Кришна Гуранга, и вот они это Шидама тоже сделали такого обычного роста. И вот они достигли Канакура, это Шипат Абхирама такого, это по пути к Таракешу Махадеву, там есть место Баджана Абхирама такого, Абхирам Такур. Он встретился с женой, это долгая история, вот это. Вот эта шахти, которая поместил сундук Шидаме и послал по течению реки, это вот доплыл сундук, Хугли его поймали как-то там, открыли, там вот была жена, это Малини, она потом стала женой. Это Абхирама Такура проблема. И вот я была. И вот Шридама Махапрабху переименовал в Абхирама. Абхирам Такур. Он имел необычную силу.
Даже множество слонов не могли сделать ту работу, которую он выполнял. Абхирам Такур совершал лилу, совершал грихастхи лилу. Однажды во сне Гопинатх пришел и говорит: я в этой кунде, ты можешь здесь копать и найти меня и начать поклонение мне. И вот это Абхирам Кунда, она очень чиста, и там проявился Гопинатх. Сейчас ей тоже поклоняются. У Абхирама такого не было. Не было детей у него, но были ученики, и один из них, Кришна Гопал, он лучший, поскольку Абхирам Такур сказал, у него не было детей, он принял этого Абхирама в качестве ребенка, в качестве сына, и сказал, что ты должен следовать мне. И таким образом он... Его, ну, они с этого Кришна Гопала, они совершают служение, что сейчас происходит там, я не знаю, я там не был давно. И вот Гопинатх проявился. С этой кунды, это святая кунда. И Малини Деви, она взяла божество Гопинатха на кухню. Храма не было тогда. Она взяла его на кухню, и там она готовила для него и говорила с ним. И говорила с Гопинатхом. Однажды организовали большой праздник manifestation of Gopinath Vigraha. И вот был праздник в честь явления этой Гопинатх Виграхи. Они организовали Нитьянанду и Гурангу, пригласили их, они пошли туда, совершали киртан. И после этого Гопинатх, ну, как его, он самопроявленный был, просто организовали праздник по случаю дня его явления, и был большой пир, множество людей принимали прасад. Гуранга, Нитьянанда, все спутники их, они... Сидели под деревом Бакула и там принимали прасад. Это другая история, попозже расскажу о ней. Это очень обширная история, мне неудобно ее сокращать, но что делать? И вот он там и вот там это Бакул Врикша появилось чудесным образом. Он воткнул
ветку это, баку, в землю и быстро вырос, выросло большое дерево бакулы, и под этим деревом преданные в главе с Махапрабху Нитянанда, они принимали прасад. Абхирам. И можно вспомнить, что этот Шридам хотел проверить Баларама во Вриндаване, а здесь, наоборот, Баларам в форме Нитянанды хотел проверить этого Шридама в форме Абхирама. И вот Баларам сказал Паванадеву, Павандев — это бог воздуха, полубог воздуха, ветра. И вот он сказал, когда Малини будет служить, раздавать прасад. Но в соответствии с индийским с этим стандартом, голова должна быть покрыта. И Нитянанда сказал, когда Малини будет раздавать прасад, ты возьми и сдуй это покрытие с головы и посмотрим, что она делать будет. Но в Индии неприлично считается с непокрытой головой быть, ну хотя бы кусочком сари должно быть покрыто. И вот когда начала раздавать прасад, тут пар ветра возник и... Но почти это покрытие с головы слетело, и этот Абхирам сказал, почему тебе не проявить еще две руки, чтобы держать головной убор во время ветра. И тогда все поняли, что она необычная женщина. И таким образом все поняли, что Абхирам Такур, он Шридам, и это его шакти, его жена, это его шакти. И таким образом наш Абхирам Такур много раз он совершал проповедь вместе с Нитянандой и Гаурангой, они посещали различные места. Абхирам Такур, он совершал... вот он проповедовал и принимал и учеников, и потом после ухода Махапрабху началась особая... особая проповедь Абхирама. Wooden log. One day, Abhiram Thakur taking up the log and making fruits, you know, bansi. И вот однажды там была какая ветка, как, точнее, бревно. И этот Абхирам взял это бревно, подобное флейте, очень с легкостью, хотя до этого 50 человек одновременно не могли поднять его. Это чудесно было. Абхирам. Когда Нитянанда попросил его прийти в Навадвипу, тот сказал, что не могу, мне надо заново родиться с этим телом, не могу прийти. Но Нитянанда пообещал, что ему не нужно рождаться. Но все, кроме него, родились в новом теле. И поэтому Шридам Тур сказал, что не могу пойти.
А тот сказал, что я не могу опять родиться, чтобы встретиться с Кришной, поэтому не пойду никуда. Баларам сказал, что может не рождаться, а в этом теле пойти. И вот в этом теле два праюги. Он пошел, чтобы встретиться с Кришной. Единственное, что Баларам, он сделал его рост короче. И вот он потом активно проповедовал, и один из главных его ученик был Кришна Гопал. И когда Гауранга Махапрабху ушел из этого материального мира, Махапрабху был недолго в этом мире, 48 лет, 24 лет он жил как домохозяин, и потом 24 года принял саньясу, и эти 24 года он проповедовал. 6 лет был в Южной Индии, там проповедовал, остальное время в Пури. До этого еще ходил, и вот, а последние 12 лет он был в Пури, совершал баджан, то есть не так много. Когда Гауранга Махапрабху ушел, по его милости, наш Абхирам Прабху beating the people, whip, chabu in Bengal, whip, big whip. In a sea, there is one special fish, long tail, that tail they cut and make whip. If one whip, you know, if you get, you can die. Abhiram Thakur arranged one whip. What for that whip? To beat whom? Well, it is one kind of lila. He is taking the whip, if is one whip is there, if he is going to beat you, you can get Krishna Prema, you can start dancing. Whip, a special whip. В общем, он получил какой-то этот плеть какой-то или что-то подобное откуда-то. One day gone to meet with. И вот если он был в общем, откуда-то плеть он это получил, необычную плеть, если он кого-то ее задевал, то а, в общем, если кого-то бил этой плетью, то эти люди получали Кришна Прама. И Абхирам Прабху Таку, если кто-то... А еще у него было особенность, что никто не мог потерпеть его поклон. И Абхирам Прабху совершил... Проверить, кто обрел подлинную гору Крипу, что он пойдет и проверит. Он, в смысле, божества не могли терпеть его поклон. И вот он, когда кланялся каким-то божествам, они разламывались. Это был признак того, что божество не настоящее, и настоящие божества, они не разламывались после его поклонов. Это долгая история, и вот Миднапури, он пошел кланяться каким-то божествам. Then with the deity, Madan Gopal is taking prasadam at a time. Madan Gopal here same what Parmananda. Эти божества не разломались после его поклона, а много других как раз разломались. So long thing actually. Это долгая история. И вот Абхирам Таку, он проверил Вира Бадру. Вирабхадра — это сын Нитянанды. И Абхирам, он поклонился ему. Тот засмеялся. Because, you know, he's the son of, he's actually Mahavishnu.
он Махавишну, необычный человек, Вирабхадраджа. И вот он поклонился Вирабхадре, а тот не получил никакого вреда, и тот понял, что он обрел милость Гауранги. И таким образом Пирамтакур, он кланялся Гангамати Такурани, дочери Нитянанды. С ней тоже ничего не произошло. А я понял, что тоже что на настоящие обычные люди, которые он клонился, они помирали, поскольку не могли потерпеть могущество его поклонов, мощь его поклонов. И вот он ходил, проверял. Однажды, ну, я тоже рассказываю, но не в хронологической последовательности, иногда меняется. И вот, когда Гауранга Махапрабху являл лилу в Гамбхире, пришел слух, то, что Абхирам приходит, чтобы проверить Гопал Гуру Госвами. Кто-то говорит, что Гопал Гуру получил полную милость Гауранги. Однажды Махапрабху благословил его. Когда он пошел в туалет, явил такую лилу и на ухо намотал священный шнур и другой рукой держал язык, а этот Гопал Гуру Госвами спросил, почему ты держишь свой язык? А потому что он не слушает меня, всегда повторяет святые имена, что плохого в этом? Так хорошо. Всегда и везде мы должны помнить и повторять святые имена, почему ты свой язык держишь? Махапрабху обнял его, поцеловал, сказал, что да. С сегодняшнего дня все будут знать тебя, как гуру, ты дал мне такой прекрасный совет. И поэтому в Сикхастаке есть одна шлока. Гопал Гуру на практике показал, дал совет Махапрабху на основе этой шлоки, что нужно всегда воспевать святые имена вне зависимости от того, что где и когда мы находимся. И вот узнали, что Абхирам приходит, чтобы проверить Гопал Гуру Госвами, сколько милости он получил от Гуранги. И действительно так. Orissa, Puri, Nilachal, and being Gambira, everybody frightened. A small boy can die. What will happen? Everybody fearing. Who can say a boy can die? Then Gauranga Mahaprabhu. Вот кто-то начал опасаться, что этот Гопал Гуру помрет от его поклонов. Gauranga is paying Dandavat. И тот поклонился. Этот Абхирам Гопал Гуру, никакого вреда не произошло. И вот тогда все поняли, что он получил милость. И вот Абхирам Прабху имел такую силу особую. Он Сидам Прабху, старший брат Радхарани, необычный человек. И таким образом, это долгая история. Если я буду говорить про Малини, это еще долгое время займет, но времени мало.
Excuse me. So, naham ijya prajati bhyam tapaso upasamenuva tushiyam sarva bhutatma guru shusva sayajata vancha kalpatrubhashyake pasindu bhavacha patitanan pavanam bhavashnavya. We pray unto the lotus feet of молимся лотосным стопам Абхирама Такура, чтобы обрести его милость, чтобы все спутники Гуранги не даровали нам свои милости, мы смогли продвигаться по пути Баджана. Bad luck. Okay.